Так, ну что я могу сказать? Сегодня должен быть тот день, когда я наконец-то заберу стелс. Я сейчас приеду, закреплю у него глушитель на один болт, который в верхней раме, потому что он у меня как раз таки там другой разъем. Вот. После этого мне еще останется одно дело. Это закрепить дополнительный свет, который я сделал, почекал в интернете, на ютубчике. Вот, и сделал его через реле. Дома на аккумуляторе проверил, все работает, все окей. Вот. Так что все будет хорошо, должно быть хорошо работать. То бишь просто провести, закрепить и все. Я не помню, что в Питере в апреле было, в конце апреля уже, на следующей неделе май, и чтобы в Питере была такая отвратительная погода. Вот я еду на дачу, и тут опять снег, дождь, град. Сегодня, собственно, погода 2 градуса. 6 градусов. Ну как бы, ну что это все равно за фигня? Апрель, что с тобой происходит? Я хочу нормальную погоду, я хочу кататься. Так, ну в общем лампы вот дополнительные, которые хочу поставить на стелс. Вот я их сделал через четырехконтактную релеху. Здесь получается предохранитель. Ну и кнопочка. Вообще очень странная лампа. Я ее покупал на Озоне. Не за очень дорого. У них получается вот эта вот лампа передняя. И еще плюсом внутренняя, дальняя. Ну я как бы не очень понимаю функцию. Они включаются сразу все. На одной лампочке просто не включается. Я так понимаю, это брак. Сломана, но не суть, она как бы лупит вдали, и все, и хорошо меня видно. Если нажать 3 раза кнопочку, то они включают стробоскоп. Не совсем понимаю, как оно так. Прислали мне фонарики с этой кнопкой. Значит, все как бы должно быть, как я сделал. А настраивать их как-то я не знаю. Что за задумка у них такая. Сейчас вот покажу, как они работают, если аккум, конечно, заряжен. Включил его чисто через релешку. Должно быть хорошо и безопасно. Если что, как бы предохранитель скажет, типа, все, хватит, не надо меня мучить. Так, и кнопочка, хопа. Ну и они вот светят. И получается, здесь вот работает и внутренняя, и вот эта окантовка. А здесь работает только внутренняя. И если я включаю так вот 2 раза, оно включает стробоскоп. Здесь тоже он работает. Но фишка в том, что они как бы работают очень ярко. Ночью меня будет точно видно. А, вот. Ну и я буду все видеть. Суть в этом. Сейчас это надо все подключить к компьютеру. Ой, к компьютеру. К мотоциклу. Ну, в общем, намотал я тут. Еще добавил проводки к этому мотоциклу. В общем, все подключил. Фары я в итоге решил закрепить вот сюда. Они будут смотреть немного вниз, чтобы освещать именно мне дорогу, а не слепить водителей. Вот. Но во всяком случае они теперь будут поворотные, не то что вот это, кто там стоит себе и не двигается. Вот, ну и все, конечно же, работает. Стробоскоп тоже работает. Все. Все хорошо. Отлично. Сейчас трубу прикручу. И можно в путь в дорогу. Так, ну короче. Все. Я сделал все, что хотел с ним. Это мои псевдокофры, которые я чисто сейчас вот так вот сделал, чтобы не позориться. Более-менее, чтобы выглядела такая коробочка и все. Бац.
все хорошо. Я надеюсь, я доеду. Этот момент пришел. Стелс живой. Я еду на стелсе. Единственное, мне на нем не нравится вот эта вот посадка. Очень руки близко стоят. Надо будет руль немного назад так отодвинуть. Чтоб как на велосе было. Спидометр, кстати, показывает. Пугач от зверей. Вот, хочу сделать на это обзорчик. Ну, типа, я же стал еще и каякером. Вот. Страшно, если какая-нибудь дичь на меня там нападет. А я хоть отпор смогу дать. Вот. Тут очень красный и синий фаер. Вот, сейчас посмотрим, как оно. Ух ты. Это было очень громко. Я думаю, зверюшка прибалдеет. Ох. Проверил. Очень громко. Я думаю, любой зверек охренеет от такого звука. Поэтому зеленую я не буду сейчас ставить. А то у меня все еще немножко звенит в ушах. Ну вот, думаю, собачек, медведя спугнет. А то на лодке плывешь, хрен знает, кто там на тебя может выскочить. Что случилось-то? Надо будет эту надпись сайте убрать. А, мне писали в комментариях, мол, убивается бензином. Ну, потом все будет. В общем, недалеко отъехал. Свечка вон какого белого, такого вообще цвета непонятного. Опять я не понимаю, что происходит. Доеду я вообще до Питера или нет с такими темпами. Мотоцикл просто встал. Ну и не заводится, естественно. Либо в смеси дело, либо... Ну, либо я уже не знаю, в чем. Естественно, горелку я не взял. Хотя бы завестись. Ой, стелсик, ну что ты со мной делаешь, а? Почему я не могу просто на тебе поездить? Ну, в общем, все еще не могу завестись. Если такая же история, как и зимой была, то надо запускаться вот именно с бустера, да, он запускался. Блин, ну что за хрень? Если заведусь, то я сейчас поеду обратно на дачу и Велса заберу. Просто вот решил остановиться. Вообще ничего не помогает. Я не понимаю. Как мне быть? Что мне делать? Идить колотить. Просто жопа полная. Так, эта хрень опущена. Бензин? Ну, бензин есть. Однозначно. Однозначно бензин есть. Здесь я поставил, чтобы оно текло без конца. Так. Да, бензин есть. Это точно. Доехать, добраться до дачи.
ничего не происходит. Я не знаю, что мне делать. Как мне быть? Как мне быть? Как мне быть? Попробую отключить лишнюю электрику. Вообще ни черта не происходит. Что будешь тут теперь ночевать? Стелластик, ты мой любимый, блин. В общем, я принял решение, раз уж я все равно иду в на дачу обратно, то уж пойду с мотоциклом, хрен ли мне. Буду его катить. Ой, либо пешком просто. Я не знаю, что с ним. Вот вообще не понимаю. Мотоцикл после капитального ремонта. Суть была в чем? Что у мотоцикла сломался подшипник. Подшипник этот балансировочного вала. Он там разлетелся полностью. Бла-бла-бла. И балансировочный вал ходил как говно на палке. Вот. В общем, двигатель мне снимали. Подшипник там, естественно, поменяли. Потом оказалось, что у меня этот... поршень съел уже эту поршневую. В итоге мне поменяли поршень на более большое другого от квадроцикла. Расточили поршневую. Все поставили, все сделали. Ну и там еще всякие почистили, все сделали, поменяли. С мозгами там сказали, у меня тоже какие-то проблемы у мотоцикла. Возможно, поставили какие-то другие мозги. Может быть, это из-за мозгов вся эта проблема. Не знаю. Ой, вообще не знаю. Уже не думаю, что это электрика. Сейчас никакой воды не было. Как бы просто ехал в поле. Я этот пугач проверял. Выстрелил. Мотоцикл тоже заглох. Там он сразу завелся, я поехал. И вот доехал до сюда. И он заглох. Просто заглох окончательно. Как бы... А в чем дело, спрашивается, я понятия не имею. Какого хрена тебе надо? Ладно. Так, по мотоциклу я сделал все, что хотел. Не буду мучить уже своими видосами. Как я там разбираюсь, в чем дело. Уже выясню. Ну, типа, отчет выложу и уже... катаюсь. В общем, в город я на нем не буду ехать, пока не на 100% буду не уверен, что он работает. Покатаюсь там по дачам, по полям. Все будет хорошо, значит, уеду в город. Может, продать его. Деньги-то нужнее. Денег-то вообще нету, как бы. Просто я не знаю, что делать. В общем, я все еще тяну велосипед. Мотоцикл. Уже темнеет. Я прошел километра 4. И еще его тянуть километров 5. Сейчас я выйду напрямую и будет немного проще. И горки, и вверх, и вниз, и повороты вправо, влево. Но я уже заманался, если честно. Он тяжелый. Тянуть его, конечно, то еще удовольствие. В общем, вот такие у меня сегодня приключения. Я счастлив. Да. И кто бы что ни говорил... Надо улучшать техническое состояние, надо что-то делать, кофры надо другие купить. Блин,
так или иначе, но все укладывается в одно это в деньги, которых нет. И приходится просто довольствоваться тем, что есть. Я довольствуюсь тем, что есть. У меня сегодня должна быть тренировка. Ну вот, своеобразная тренировка. Так, все, я еду домой. Конечно, опять на Велсе. Все. Вывод со стелсом, ну, карбюратор, конечно же. Но все равно это просто жопа полная. Ну как так? Я, получается, 9 километров его волок. Это, должен сказать, очень тяжело. Устал знатно. Завтра на мою тяжелую работу. Ну, в общем, я все сказал. Все-таки под конец я кое-что хочу еще сказать. Мотобратство — это все-таки очень сильная штука. Потому что вот я когда записал последний видос, когда шел, тащил этот мотоцикл, буквально минут через 5 приехал мужичок на машине, правда, полчаса или минут 40 он пытался мне как-то хоть как-то помочь. Ну, ничего не получилось, но, блин, спасибо ему, что он остановился. Это было очень классно. И после вот я дальше уже по волок, по прямой шел. И вот, ну вот 9 километров я прошел, оставалось еще 2 километра мне перекать. И остался тракторист. И просто меня подхватил. Это было знатно. Это тоже меня очень выручило. Он меня прям мотоцикл в ковш и меня повез. Ну, замечательно. Я вообще благодарю его. Офигенный мужик. Тоже мотоциклист, собственно. Так что мотобратство — это вам не хухры-мухры. Ну, а со стелсом, ну, карбюратор, фигли, все сказали, что дело в карбюраторе. Я уже давно сделал вывод. Свечка, походу, сдохла, ее либо пробила, или еще что-то. Ну, короче, вот. Опять мне YouTube в помощь. Никто мне больше не поможет. Буду